Вот и подходит к концу наша история о Бабе-Яге и доблестном блогере Василии. А была ли она на самом деле? Решать только вам. Ведь сказка ложь, да мне и намек. Добрым молодцам урок. Мы часто гонимся за славой и деньгами, не понимая, что можем потерять себя. Ведь в жизни нашей повседневной есть замечательные теперь слова. Соцсети, блоги, твиты, лайки. Без них не может молодежь. А принцы, рыцари и сказки уж устарели. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец.